В Актау сегодня вынесли приговор по громкому делу. 22 года тюрьмы получил мужчина за убийство и изнасилование известной в городе спортсменки Валерии Шальновой. Тело 21-летней девушки нашли в районе водозаборного канала «Маэк» в июле прошлого года. По словам близких, Валерия была зверски избита. Сначала уголовное дело завели по статье «Доведение до самоубийства», затем «Оставление в опасности». После жалоб родителей и общественного резонанса статью изменили на убийство. Позже подтвердилось и изнасилование. Антикоррупционная служба все еще ведет дело в отношении полицейских, которые в самом начале не усмотрели признаков зверского убийства. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями из-за статьи изнасилования. Главным подозреваемым оказался парень Валерии Шальновой. Мужчине 33 года. Известно, что он в разводе. В тот день он забрал девушку с работы, якобы чтобы помириться. Родные уверены, все случилось из-за ревности. Пока шли расследования и судебный процесс, подозреваемый свою вину отрицал. За убийство в беспомощном состоянии и изнасилование подсудимый получил 22 года колонии максимальной безопасности. Он признательных показаний не дает, не давал. Он до последнего отрицал? Да, он до последнего отрицал. И даже на суде он сказал, что он не согласен с приговором. Он нашу семью оскорблял, он мою дочь оскорблял. Говорил, что мы неблагополучная семья. Что она сама покончила жизнь самоубийством.